Здравствуйте! Сегодня мы хотим провести тестирование интеллектуальной системы управления дневными ходовыми огнями. В качестве главного модуля этой системы выступает модуль Arduino. К нему подключен GPS-модуль, а к GPS-модулю подключена GPS-антенна. В качестве дневных ходовых огней мы будем использовать обычную лампу дальнего света, включенную на половину мощности, с помощью контроллера дневных ходовых огней. Согласно правилам дорожного движения Украины, дневные ходовые огни должны быть включены за пределами населенных пунктов в период с 1 октября по 1 мая. Сегодня у нас 1 марта, и мы находимся на выезде из города Днепропетровск. Система периодически сверяет координаты местоположения автомобиля, полученные со спутников системы глобального позиционирования, с теми точками, которые находятся на границе населенных пунктов. Эти точки записаны в базу данных, которая хранится на SD-карточке. Сейчас мы подъезжаем к выезду из города Днепропетровска. Впереди справа вы можете увидеть знак. Сейчас мы едем и... После выезда за пределы населенного пункта включаются дневные ходовые огни. Кроме того, что мы получаем координаты со спутников системы глобального позиционирования, мы также получаем календарную дату, которую сравниваем с тем промежутком, который задан правилами дорожного движения. Кроме этого, со спутника мы получаем и текущее время. И это время сравнивается с временем захода и восхода солнца для данной местности, которая высчитывается программно. Кроме того, здесь присутствует датчик освещенности, которым мы можем моделировать заход солнца. Когда мы закрываем его пальцем, то есть настает темнота, то включается ближний свет. На полную мощность. Когда мы убираем палец, то есть становится светло, включаются обратно дневные ходовые огни. А после захода солнца ближний свет включится? Автоматически, конечно, да. Таким же образом. Сейчас мы развернемся и попробуем въехать обратно в пределы населенного пункта, чтобы выключились дневные ходовые огни. Движемся в сторону Днепропетровска. Сейчас подъезжаем к знаку, который определяет город Днепропетровск. После въезда в пределы населенного пункта ДХО отключается. Контроллер дневных ходовых огней, собранный в ходе исполнения научно-исследовательской работы, сейчас проходит испытания на реальных автомобилях. И я хочу показать вам, как это выглядит на настоящем автомобиле. Сейчас вы можете заметить включенные габариты. Сейчас происходит включение дневных ходовых огней, дальний в пол накала. И сейчас переключился ближний свет. Стоит отметить, что днем дневные ходовые огни и ближний свет практически неразличимы.